Привет! Сегодня я для вас подготовил реально годные осенние товары из Китая. Они вам пригодятся осенью и понравятся. Хотя, думаю, не только осенью вы их сможете применить. Если хотите, чтобы ваш комментарий попал в ролик, то пишите что-то хорошее и веселое в комментариях. И увидите себя в следующем ролике. И для подписчиков моего канала будет конкурс в конце видео. Приятного просмотра! Если кто-то скажет, что носить калоши не модно, не верьте им. Они просто не знают про прозрачные резиновые кеды с яркой шнуровкой. Такие калоши смотрятся очень круто, а главное, с ними ваши ноги останутся сухими, даже в самую дождливую погоду. Эту обувь можно дополнить яркими гольфами или носками, комбинировать с джинсами, шортами и юбками любой длины. Купив такие прозрачные ботинки от дождя, вы влюбитесь в них с первой примерки. Ведь они имеют не только уникальный и эффектный дизайн, но и славятся своим исключительным удобством. С ними ваши ноги всегда будут сухими, и они подойдут как мужчинам, так и женщинам. Корзина для сбора фруктов. Эффективная насадка, которая предназначена для сбора урожая фруктов. Это легкая, но прочная конструкция, которая надежно крепится к штанге. Размеры сборщика фруктов позволяют снимать с ветвей достаточно крупные плоды, которые затем аккуратно попадают в хлопчатобумажный мешок, при этом не повреждаясь при падении. Хлопчатобумажный мешок можно снимать для очистки и стирки. Стельки с подогревом. Не очень приятные ощущения бывают, когда пальцы ног настолько замерзли, что ты уже перестаешь их чувствовать, а идти нужно еще далеко. Но это стало не проблемой, когда появились такие умные стельки с подогревом. Они работают на дистанционном управлении и очень пригодятся вам не только в осеннюю пору, но и зимой. Шнур в комплекте на 1,5 метра. Зарядка стелика осуществляется от сети через разъем microUSB. Если рядом нет розетки, вы сможете зарядить умные стельки от внешнего аккумулятора. Легкие водонепроницаемые брюки для защиты от дождя и ветра предназначены для весенне-осеннего туризма. Внутренняя часть выполнена из флиса. Непромокаемые и непродуваемые, но при этом выводящие влагу наружу. Защита от ветра очень важна как в движении, так и во время отдыха, так как ветер сильно охлаждает организм, и такие штаны очень помогут вам в любую погоду. Наслаждайтесь водонепроницаемой нейлоновой тканью, и пребывание на воздухе будет комфортным. Проклеенные швы были независимо проверены, так что вы можете быть уверены, что останетесь сухими во время дождя. Термос. Удобная и долговечная посуда для хранения супов и вторых блюд. С ним горячая еда или питье всегда будут у вас под рукой. В комплекте с термосом идет сумка для переноски и большая ложка. Удобно брать на работу, в парк, на велопрогулку и другие места. Также продавец заботливо кладет в посылку ёршик для мытья. Пища внутри закрытого термоса остается горячей более 6 часов, а холод держится более 12 часов. Если же прошло гораздо больше времени и еда немного поостыла, то пластиковый контейнер вместе с содержимым можно разогреть в микроволновой печи. Объем термоса 450 мл. Противоскользящие ремни с шипами на колеса обеспечивают улучшенную проходимость автомобиля при любых погодных условиях. На бездорожье, сложных участках дорог со снегом, льдом, грязью, скользких подъемах или спусках. Подходит для внедорожников, микроавтобусов, легковых машин, легких грузовиков. Длина ремней 1,60 м с максимальным охватом 860 мм. Это позволяет монтировать их на большинство размеров шин. Ремни изготовлены из эластичного полиуретана, что позволяет использовать их при любых температурах. В отличие от цепей на колеса, ремни можно надевать, когда колесо уже завязло в грязи или снегу. Используется со всеми видами электронных систем безопасности автомобиля, не мешая их работе. Сумка-холодильник Lunchback. Это удобное решение для обеда в офисе, путешествий или пикников. Сумка для еды удобно поместит в себе ланчбокс и бутылочку для воды, а благодаря термослою внутри сумки еда будет сохранять необходимую температуру очень долго. Ланчбэк имеет застежку-молнию и крепление карабин, с помощью которого можно сделать ручку, а водонепроницаемая подкладка не даст еде вытечь и испачкать сумку или сиденье автомобиля. Содержимое ланчбэка будет сохранять свою температуру, если вы хотите наслаждаться теплой и даже горячей пищей далеко от дома, а аппетитные запахи не распространятся в помещении. Радиоуправляемая машина-вездеход класса Monster идеально подходит для скоростной езды по бездорожью и прыжкам на трамплинах. Машинка-вездеход выделяется огромными колесами и большим дорожным просветом. Она имеет постоянный полный привод на все колеса. Кузов классического Monster выполнен в виде пикапа.
Когда, если не осенью, играть таким монстром, катаясь по лужам и по болоту? Такую машинку захотят не только мальчики-подростки, но и их папы. Дождевики для обуви. Они предназначены для многократного использования. Подошвы с отличными противоскользящими свойствами для обеспечения вашей безопасности, выполнены из прочного водонепроницаемого материала и предназначены для защиты обуви от воды и грязи. Верхняя и средняя часть изделия присборена на эластичную резинку. В комплект входит эластичная резинка на кнопках. Благодаря дождевикам ваша обувь будет сухой и чистой в любую погоду. Куртка с подогревом. Предназначена для зимы и осени, как достойная альтернатива пуховику. Куртка имеет несколько элементов. Один располагается в капюшоне, и он довольно гибкий. Голова всегда будет в тепле. Второй располагается на спине, оберегая от холода поясницу и шею. А третий находится в области груди с двух сторон, согревая вас спереди от горла до паха. Нагревательные элементы выполнены сеткой. Они эффективно расходуют заряд и распределяют тепло по всей толстовке. Надоело мучиться с наушниками в осенние и зимние холода? Уши мерзнут, а провода постоянно сплетаются? Для вас придумали специальные шапки, которые не просто согревают вашу голову, но и прекрасно греют уши любимой музыкой безо всяких проводов. Шапки с Bluetooth даже могут принимать входящие звонки и передавать собеседнику ваш разговор. После первой зарядки устройство готово к использованию. Первое сопряжение займет всего несколько секунд, а контакт сохранится в радиусе до 10 метров от смартфона. Непромокаемые носки. Это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви ног в весенний или осенний период. Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, они станут отличной заменой сухой сменой обуви. Полиэстеровое волокно с активными добавками на основе серебра вплетается непосредственно в нить ткани, а не наносится на ее поверхность. Благодаря своей специальной структуре эффективно отводит влагу с поверхности кожи и тут же испаряет ее снаружи ткани, таким образом защищая организм от перегрева и оставляя кожу сухой. Стильный супермаленький зонтик. Это самый маленький и самый легкий зонт. Он такой компактный, что его можно носить даже в самой маленькой сумочке. Этот зонт для тех, кто ценит удобство и качество, ведь несмотря на свои размеры, он прекрасно вас защитит от дождя и устоит под резкими порывами ветра. Зонт будет отличным подарком жителю города, где компактность тянется на вес золота. При длине в 17 см почти не занимает места, весит 195 граммов, спасет вас от неожиданного дождя и пригодится в поездках. Сделан из полиэстера, поставляется в чехле, зонт механический. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, в каком месяце у вас день рождения. И помните, что ваш комментарий может попасть в следующую подборку, так что ищите его в следующем видео. Спасибо за просмотр, всем пока!